К деятельности Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана в качестве волонтеров было привлечено порядка 18 тысяч молодых людей. И перед службой АСАН стоит задача помочь молодежи с трудоустройством. Об этом заявил председатель службы АСАН Ульви Мехтиев, выступая на второй карьерной выставке, организованной совместно Бакинской высшей школой нефти и карьерным центром АСАН Кадр. Около 100 компаний представили здесь свои вакансии, а собравшиеся волонтеры службы АСАН и просто молодые люди, не связанные с нашей службой, смогли ознакомиться с вакансиями, относящимися к их специальностям. Посредством данной выставки они смогут устроиться на работу. Такого рода мероприятия являются серьезной поддержкой со стороны государства. С одной стороны, молодые люди находят работу, а с другой стороны, работодатели находят подходящих под их требования кандидатов. Gençlerimiz axtardığı işi tapmağa müvəffəq olur. Eyni zamanda şirkətlərimiz də öz tələblərə uyğun. Подобная карьерная выставка организуется в Бакинской высшей школе нефти уже второй год подряд. Она заинтересовала многих студентов. Я учусь на инженера. Меня здесь заинтересовало несколько предприятий. Я пришел узнать о них побольше. И еще меня интересует, могу ли я работать в других направлениях, продолжая учиться на инженера. Представители десятков ведущих предприятий прибыли на выставку в надежде найти подходящие под их требования молодые кадры. Среди них немало и IT-компаний. На данный момент у нас есть несколько вакансий. В основном это software developer, back-end developer и front-end developer. Наша компания очень заинтересована в современных молодых кадрах, у которых есть потенциал, знания для дальнейшего развития нашей компании и, конечно, нашей страны. Отметим, что проведение такого рода мероприятий является не единственным механизмом поддержки молодых людей. При службе АСАН действует карьерный центр АСАН Кадр, посредством которого трудоустроено уже более 1100 молодых людей. Медина Гурбанова, Эсмира Алиева, Рауф Гусейнов, CBC.